также хочу предостеречь не только мужчин, кто женится, но и женщин, кто хочет завести отношения с молодыми людьми или не очень молодыми. Ведь бумеранг работает в две стороны, как мужчина, так и женщина. Оба могут отсудить друг у друга, так скажем, материальные блага, и даже того не ожидая, можно получить иск в суд от твоего бывшего то ли мужа, даже бойфренда, и бороться еще с ним, будучи как ответчиком. У меня вот в моей жизни такое было, это было ужасно. Это ужасно моральная травма на самом деле, и сейчас таких мужчин, так скажем, в кавычках, очень-очень много. Что в Лондоне, что в России, везде. И они хотят сесть нам на шею.